И снова всем здравствуйте. Мы приехали с другом в Косогор. Это сосны у нас вокруг находятся. И мы приехали сейчас с одной целью — набрать пыльцы немножко. Сейчас покажу пыль. Вот они, ветки. Вон они, плохо видно. Вот сейчас найду где поближе и покажу. Будем пыльцу собирать. Вот сюда вот. Ну вот она, беленькая которая. Дома отсеем все как надо. И потом будем пить. Маненечко. С медом разбодяжим. Вон Серега сидит. Сейчас мы ее маленько насобираем. Много-то не получится, да? Тут на мотиках гоняли. Хороший кустик. Во! Сейчас я покажу ребятам, какие. Вот прям хорошо видно. Вот какие. Вон какие. Вот пыльца здесь. Сосны. Охуенное лекарство. Говорит, хорошее лекарство. Хорошее, охуенное. Еще раз сказал, что хорошее. Отличное просто говорит. Сейчас еще шишки посмотрю. А вот папоротник орляк. Он уже большущий. Все, он уже мне в рост. Вот еще будем собирать маленечко. Конечно. Вот маленькие кусточки. Ну-ка. Уже грубые. Ну, на жареху можно насобирать. Но мне его не надо. И у нас, ну, никто не ест, кроме меня. У меня еще соленый стоит. Есть даже банка. Лет 5 ему, наверное. 4 точно. Фу. Вот в таком месте мы находимся. Вот такое место здесь. Отлично. Птички бзуют. Вот столько здесь папоротнику. Это все папоротник. Весь склон в папоротнике. Что, выше полезем или что? Ну-ка я что-то... А? Повыше, что там? Фух. Вон там калинка расцвела. Это 100 пудов калина. Сейчас подойдем к кусту к этому. Побегаю я маленько, пока у меня здоровье позволяет. Фух. Пыльца подождет. Не наберу, зато набегаюсь. Фу. О, костяники сколько здесь много. О. А это ежевика. И костяника, и ежевика. Ну, я точно угадал, это калина. Калины. Вот цвет калины можно надрать. Вкусный. Что прилетели? Это моя калина, идите отсюда. Чё жрёшь мою калину? Тут где-то еще яблоня есть. Ой, комарики начинают жигать. Фух. Ну куда забраться? Вот так вот обойду. Возьмем косогором. О, тут и чистотел есть. Вот он. Тут что-то копали, кто-то копал что-то. Норки. Какие-то зверьки.
Фух. Не, ну туда не надо лезть, там. Там делать нечего. Выложи я с этого. Ручище. Туда я не полезу. Он Сергей нашел веточку хорошую и доит ее. А я вот так тогда пойду. Боком. Под ноги надо смотреть. Змей в этом году много, говорят. Они даже в городе их видно. Фух. Никогда столько не было. Ну, говорят. Я еще сам не видел. Но я думаю, она мне где-нибудь попадется. О! Клубника уже на цвету. Так, что у нас тут? Здесь тоже бесполезно, надо ниже. Спустимся, посмотрим. Травка еще маленькая. Северный склон. Да он не так северный, как северный-то тот склон справа от меня. А это сейчас солнышко уже. Просто он в тенечке в кустиках, поэтому тут плохо растет. О, какие свечки стоят. Красивые. Шишек не вижу. Шишек не вижу. Шишки. Вы где? О, это вот она росла, так росла. Камень сломала. Лопнул камень. Порода или что это, скала. Вот тяга к жизни называется. Все, я в папоротниковые дебри полез. Ну, в этих я еще папоротниковых дебрях лазил. Шишки-то, Серега, хорошие. Я шишку увидел, вон сидит. Все, надо шишебалки собирать. У меня осталось там баночка от силы. Все пораздавал. Ну и сам пару съел, наверное, за зиму, не больше. Так, куда нам ломиться-то здесь? Вверху делать нечего. Нет, там вообще нету ничего. Там дебри. Я вниз пошел. О, лопух. Хороший лопушок. Вот к этой пойду со сне. Вот она на меня смотрит. Не провалится бы, блядь, какой-нибудь шурф? Ну все, дальше не пойду. Вот эту сейчас наклонюсь, смогу. О, хорошая прям. А наверху еще лучше. Ну все, приступаю. Итак, мы один урок пропрыгали. 45 минут. Вот всего сколько насобирал пыльцы. Дно только закрыл. Ну, шишечки пошли. Шишечки собираю. Походу, вот они. Я их уже накидал немножечко. Шишечки сосновые, пыльца сосновая. И эти шишечки тоже мне надо. Спиртом заливать буду. Ну и походу я сейчас еще тут папоротника, по-моему, подкашу маленько. Здесь он хороший, толстенький, вот он. Он редкий, здесь его мало.
Вот здесь только папоротника. И я на жерёху себе сейчас надергаю. Вот прям вот. О! Вот так вот. Вот таких кусочков маленьких. Самое мягкое. Ну что, терпимо. Можно хавать. Вот так. Вот, где отламывается, там и буду забирать. Вот где отрывается, там и буду забирать. Вот так вот беру его. Все, вот он. Это мое. Вот он, мое. Вот. Вот. Вот это и буду забирать. Это самый ништяк. А то не надо. Вершки себе, корешки пусть здесь остаются. Ну все, я приступаю. Пыльцы много, но она высоко. У меня палка есть. Сколько могу подтягиваю, но эту разве подтянешь ее? Она у нас холщина метров 6 до нее. Вот на этих маленьких порослях шишечек насобирал с одной всего, с одной сосенки. Так вот сейчас берегом, бугром этим и пойду туда, на ту дорогу. Что нас? А вот, вот сосна, вот это моя. Вот я сейчас к ней подойду и ее подаю. Ну все, я собираю пока папоротник. Ну что не выключаемся-то? Все, пошел к сосне. Пыльцу собирать буду. Все, пошел к сосне. Сосну собирать буду. Пыльцу, вернее. К сосне пошел собирать пыльцу. Вот так надо сказать. Вот такая кочка попалась. В ней какие-то ямочки непонятные. Шишки распустились. Все, домой мы сваливаем. Вот мои плоды. Я насобирал. Два раза ведро ронял. Как еще все не высыпал. Вот это да. Все. Спускаюсь потихонечку до дома. Был где-то там. Сергазы уже пибикает мне. Я иду ему на перерез. Сказал, езжай вперед. Я уйду. О, пасыночки. О, металлолом где. Хороший. Там арматура 24-я, наверное, или 22. Ну ее подолбить это, ой-ой-ой. Ой. Ну все. Поползать надо. Навыгуливался. Но мы недолго, сколько здесь мы? С 9 часов. Сейчас время не знаю сколько. Часов пол 11 где-то. Так. Колышек какой-то вбитый. Я смотрю, что на это поле еще никто не приехал металлолом копать. Иду! Все, прилетел. Ну, на этом наша сегодняшняя эпопея закончилась. Сейчас приду, подумаю, что делать. Может быть, еще в кустике ломанусь. Цена на металл упала. Утром вчера принимали по 7 рублей. Совсем страх потеряли и нюх. Вон там мы были где-то. Вот в этом лесочке мы ходили. Ну все. На хаус. Так, по металлу. Металл
поехали сдавать, а он 12 рублей стоит. 12 тысяч тонн. 12 рублей килограмм. И мы решили не сдавать его. Мы везли его в гараж. И там Серега у себя оставил его. Пошли они нафиг все. Будем ждать. Ну, от безделья все равно придется ползти. Добывать его и там закапывать. Шишек набрал. Папоротника маленько. И пыльцы на сегодняшний день. Ну все, всем пока. Переехали в другое место. Не было здесь весны. А здесь пожар был. Я заехал, чтобы... Вернее, не заехал, а Серега приехал, чтобы папоротнику накосить, а он уже вон в пол туловища. А я лезу сюда, чтобы у Кушкины слезки потрескать. Огонечек попался. Вот еще один. Ну и где они? О! Костяника цветет. Вот они, кукушкины слезки. А им уже кирдык. И не успел я. Ну поищу, поди попадется. Пару. Какой цветочек. Не знаю, как называется. Еще кукухам кранты. Нету их больше здесь. Они уже отцвели. Ага. Ага. Ну вот. Вот он. Ну я такой съем. Подсушенный маленько. Где еще есть? Вот еще есть. Вот еще один срезка. Ну еще один найду. Замолочу его. И мне хватит. Для профилактики. О! Стоять! Стоп! Удрала. Ящерка. Все. Стрескал. Березовым соком, березовым соком. Все, можно выше не подниматься даже. Уже папоротник вот здесь. Северная сторона лохматы. Вон какой. Пойду еще искать. Чуть-чуть. Два я съел. Еще один найти бы. Будет пасть сушеный жечь? Не будет. Первый жег несколько часов. Часов 5 или 6. Когда первый раз съел. А потом все. О, сосеночка маленькая вымахала. До нее пожар не дошел. Ей повезло. Кукушка, ты где есть? Ну, можно еще на другую сторону перейти. На ту, на северную. Там пошляться, поискать. Ну, где-то я ж вот здесь находил. Первые слезки. А, не буду ничего. Нету, нету. Два нашел, съел, хватит. Гора сгорела вся. Пожар был. Черти какие-то все-таки спалили гору. Вот папоротник стоит.
в мой рост уже. Вот я подошел. Сейчас, секунду. Вот я, вот папоротник. Вот такой уже миньон по бороде. Жаркие огоньки. Вот такие вот они ядреные здесь. Три штучки всего. Нюхайте. Нюхайте. Нюхайте, пока есть. Вот еще один. Я-то понюхаю по-любому. Ну все, нанюхался. Вот еще сосенка. Ну-ка. Нет у нее тоже ничего, и пыльца никакая не летит, ничего. Пошел я в другую сторону реки. Я тут уже 100 раз был. Ну иди купайся, если хочешь. Пойдем посмотрим, рыбы есть. Конечно, здесь я отсюда их уже вижу. Вон они, сколько их. Видно, нет? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, 14, 15, 16, 17. Ну что, я их считать буду, их ловить надо, а не считать. А они тут по всему озеру плавают. Ну и ладно. Пойду. Ну как же все отсюда? Молчат. Рыбы? Какая-то чертила по мне ползала. А я тут шишечки посмотрю по ходу. О, шишек сколько много вижу. Пошел я шишки собирать. Ягодки какие будут хорошие здесь. Крупненькие. А тут свиньи были. Чуфаны. Вон там дядька какой-то рыбачит, парнишка. О, да там их целое. Там еще что-то. Ну ладно. Полезу вверх. Еще в один косогор. На север. Вот здесь должны кукушки быть. Слезкины. А вот она, нет. А? Здесь огоньков вон сколько много. Смотрите, сколько их здесь навалом. Вот кукушкина слезка. Я же говорю, что на севере она будет. Вот она. Вот она, я ее сейчас хрум-хрум-хрум-хрум. Вот. Вот такой цветочек. Я знал, что он здесь есть. Я чувствовал. Вот он. Травоядное животное. А жарко здесь. Ё-моё. Просто навалом. Так. Ну, сосен здесь больше нету. Я тоже пакетик повешаю. И пойду прогуляюсь. Повешали мы пакетики. Я шишек еще накосил. Там их прям огонь. Пойду поднимусь, не поленюсь. Покажу вам красотень. Фух. Фух. Сейчас. Скоро будет. Фух. Все. Помер почти. Фух. Ну и как? Вот они все. Они уже отходят. Осыпаются. Вот такое красивое место здесь. Березяки одни. Фух.
Ну все, погнали наших городских. Хорошего помаленьку. Сваливаем. И там. Да он везде здесь. Стоп, а где папоротник? А вон он папоротник, а я отсюда вижу. Он уже, блядь, там целые кусты у него. Он уже распушился здесь, да. Ну, можно еще дойти, короче. Прямо в нем. Прямо в нем и можно найти там еще маленько. Все. Кому жарко, пожалуйста, купаться. Вот речка. Не речка, а озеро. Рукотворное, но озеро. Ну все, хорошего помаленьку. Пойдем. Еще к воде подойду. Посмотреть. Где тропиночка? Вот она. Сейчас спущусь. Не будет тихнуться бы туда. О, карасище, смотрите, какой здоровый, плюхается под берегом. Видно кому-нибудь, нет? Вот он. Вот березка. И от нее круги отходят. Там вон два лаптя. Здесь рыба есть. Поехали. Он кукушкина слезка, еще одна. Зажгло, запекло. Итого я 3 штуки срезал. Ну-ка, а тут? А тут муть какая-то стоит. Хотел еще набрать чаю. Некогда сергазы. Куда-то торопится. На дачу, наверное. Ехать надо ему. Все. Цветочки в мешочек. Ну все, уходим мы с этого красивого места домой, на хаус. Вот еще раз, где мы были? Вот тут мы были. Все. Бах, бух, бутых. А свеженький-то печет пасть. Кукушкин слезка. Пить нельзя. Дотерплю. Пускай. Санобработка, короче, проходит. А тут рыба есть? Да, ну тут везде есть. Вон они. Бультыхаются. Да, и не только там бультыхаются. А там, когда я шишки драл, они еще так чмокало в воде. И тут рыба есть. Везде рыба есть. Вот так вот здесь обвалилось все.
Санка болтается. Плюхаются все, купаются здесь. Вон уж куда ее привязали высоко. Это наша сосна самая знаменитая. Все. Бегу, бегу, бегу. И все бегут. И я бегу. Ну, как-то вот так вот мы выгулились. Теперь точно выгулились. Воды меньше стало. В забереге видно подсушенные. Или сбросили так ее. У них авария какая-то была. Вот гора вся сгоревшая. Прям видно, где горело. Черно все. Но все равно все. Что надо, то вылезло. Единственное, что сгорела живность какая-нибудь, которая была. Я вон там купаюсь, на той стороне. А где я тут только не купался? А не, не купался, я в самом последнем не купался еще. Там вода самая холодная. Вот в этом самая теплая. Но она здесь и самая мутная. Она тут не вытекает никуда, стоит. А это вот для подписчиков. Что это такое? А то мне тут один прислал, вот так же цветочек. Говорит, угадайте, что это такое? Вот по этому цвету. Угадали? Нет. Ну, угадывайте. А я потом покажу, что это такое. Ее можно в огороде. И тут змеи есть. Я тут видел ее. Она вот тут ползала у меня один раз. Попалась. Что тут... Ягоды мало. Я ягодки посмотреть. Есть, но мало. О, санцепек. Хорошо цветет, хорошо цветет. Но в одном месте. Ну-ка вот на этой стороне. На этой стороне тоже цветет. Вот она. Да. А у меня еще клубники варенья с того года. Фу, ведра два. Не меньше. Больше может быть, но не меньше. О, здесь тоже есть. Маленько он в тенечке. А по склону нету, почти нету. Цветет, но... Или отцвела уже. Есть, но мало, короче. Бараны свое дело сделали. Ну все, хорош, пока. Всем пока.